Так, вот точки стопы мы как бы не будем тоже, мы же не занимаемся акупунктурным массажем. Просто их прорабатываем для профилактики всей стопы. Ну, грубо говоря, вот тут находится брюшина, да, кишечник, вот так вот толстая кишка, буква П расположена. Мы их не отдельно прижимаем, а как бы вот разделив на клеточки, вот так вот, да, сегментарно, так вот в каждую точку так просто проходим, вот так вот, да, прижимая. Это я быстро показываю. Точка находится под косточкой мизинца, вот, внутри, не болезненно? Нет. Под большим пальцем, вот там вот, Тоже нет. туда вот, внутрь прямо. Ну, тут их тоже много, вот под каждым пальцем их можно промять. На каждом пальце тоже очень много точек, как правило, вот на сгибе, да, их находится три, вот так вот. Нас еще интересует шпора, вот часто бывает в этом месте, она прям по центру. Ее тоже вот не грех бы промассировать. Саму пяточку мы массируем, да? Вот так вот отжимая разными способами от костей. Вот тут вот точки, отвечающие за половую сферу. И вот такая вот дуга, вот эта половая, вот до сюда. Половая дуга. Вот, и, соответственно, точка, да, вот здесь тоже. Вот, помните, это движение мы сделали, массировали вот так вот. И с этой стороны вот так вот одновременно. Вот. Это именно для этого. Вдоль всей вот этой поверхности находятся точки позвоночника. Мы их тоже сильно так вот растирали и прижимали вот так вот. Их много вот так вот идет. Позвоночник, да? Так, и точку долголетия. Помните, я вам показывал? Это вот, где вот берцовая кость идет, да? Вот ее шишечка. И от нее пониже вот так. Раз, два, три. Там их может быть четыре. Вот. Рисую. Вот так вот. Это когда мы делали? Когда вот так вот рукой заводили сюда, да? Вот видите, я на эти точки попал. Посмотрите со стороны. Вот видите, я на них вот так вот попал. Да? Я сам просто не вижу. Вот. Давим на них. Давим в пятку, растягивая ахиллово сухожилие и всю ногу вытягивая. И давим вот в этот бугор. Вот видите, мы вытягиваем все мышцы и нервы. И одновременно вот массируем вот эти точки. Так. Что нам тут еще нужно знать? Ну, на руках там, в общем-то, почти так же, как и на ногах. Бицепс, трицепс. Почему, кстати, называется бицепс, да? Это двуглавая мышца. Трицепс – трехглавая мышца. Квадрицепс – там четырехглавая мышца. Ну и так далее. Мышцы разделяются по очень многим параметрам. Так, это мы будем отдельно смотреть на мое видео по поводу мышц, какие они бывают, где проходят. Естественно, все на одном человеке, на модели не хватит, чтобы все это нарисовать. Тем более тут непонятная проекция, потому что чуть-чуть кожа сдвинется, да, уже будет не на том месте находиться. Но я вас попрошу тогда нашу вот эту вот модель сфотографировать, зафиксировать у себя, да, с большого ракурса, чтобы было понятно, с чем мы, собственно говоря, работаем. Так, вот это мышцу нарисовал, да, с этой стороны. Ну, наверное, достаточно. Так что еще больше, если вы нас смотрите на видео, вы узнаете на тренинге, приходите на тренингах. Там гораздо больше, все практичнее. Мы это все отрабатываем на натуре, друг на друге. До новых встреч, дорогие друзья.